зрители, случайные гости нашего канала. С вами Росси и The Dog Father. Всем здравствуйте. Мы продолжаем играть в игру SWAT. Это шестая миссия. В данной миссии нам нужно будет штурмовать офис. На брифинге мы узнали о том, что в банке сработала сигнализация при ограблении. Отряд полиции отправился на вызов. Преступники попытались скрыться, но так как полиция их прижала, они забежали в первое попавшееся здание. Это здание оказалось офисом одной из компьютерных фирм. Они попытались прорваться дальше, но их остановила охрана, началась перестрелка. Они ранили охранников, взяли в заложники людей. После долгих переговоров в здании были произведены выстрелы, и, соответственно, было принято решение начать штурм. Что мы, в принципе, сейчас будем делать. Как обычно, вначале поговорим о том, какое оружие мы будем выбирать. Ну, и также начнем операцию. Давайте, в основном, так как это вооруженные бандиты, я, скорее всего, возьму, пускай там будет МП5 с глушителем. Из личного оружия я возьму кольт 1911, из тактического, как обычно, две светошумовых, одна шоковая граната, аэрозоль и зонт специальным C2. И в защите возьму шлем и тяжелую броню. А что, Саня, берешь ты? Ну, я уже тут выбрал себе. Я так думаю, что миссия будет тяжелой. И здесь уже церемониться с ними нету смысла. Если в прошлых миссиях они там похабно так себя вели, то здесь тем более. Короче, я взял карабин. В личном я взял тезер, ну, чтобы успокаивать некоторых, кого можно успокоить. В тактическом взял блокиратор, газ, светошумовую гранату, две шоковые гранаты, специальном спецружье. Защита шлема, тяжелая броня. Я не хочу, чтобы меня убили, и ты один там пытался. Ну, как было в прошлых сериях, только да. Наоборот, убивали меня. Две серии подряд убивали именно меня. Ладно. Поэтому будем как эти джаггернауты в тяжелой броне. Медленные, но зато живые. Да, меня и медленные, и в тяжелой броне убивают. Ладно, поехали. Короче, готов. Так сразу надо экранчик включить. Я забыл как. А, включается только на PageUp. Ладно, похуй. Может быть, я это в настройках просто там себе изменил, не знаю. Так, пойдем. Но медленно так он ходит. Господи. Shift нажимаешь вроде. А, вот, все. Сейчас, наверное, то есть вариантов других нету, да, у нас входа? Сразу слева от нас мудак с ружьем стоит в руках. Один? Да. Давай ты откроешь, я ему из тезера. Давай. Он слева будет. Готов? Готов. Ага, дверь походу закрыта. Без гранат, без ничего, чтобы это... Я понял. Экономить. Сразу влево отходи. Я забегу, и ты забегай. Главное мне не промазать. Я открываю. Давай. Полиция, бросить оружие! На колени! Тебе помочь! Прикрывай, кто там еще есть. А смотри, вроде нема. Преступник арестован. Забирайте. Так, а как фонарик включать? В. Ага. Так, давай, прикрываю. Я сейчас пока посмотрю, что здесь за дверь. Смотри, тут еще есть балкон такой. Ага. Мне кажется, здесь по-любому куча народу. Вот за этими ширмами. Так, здесь, смотри, здесь дальше коридор. Но что там за углом, я не вижу. Можно тут зайти. Ну давай. Тут чисто. Вон в лифте лежат гражданские, походу. Гражданский тяжело ранен, пока еще не доложил. Понял вас.
звоню медикам. Я вот помню, я когда в нее играл, давно очень, вот в сортире кто-то сидел. Сейчас. Посмотрим. Не помню, здесь, по-моему, рандомно, да, они спавнятся. Но помню, что в сортире кто-то сидел. Ну, сразу в сортире чисто, надо будет сейчас в кабинке позаглядывать. Шокер просто возьми, если что, я открою кабинку, а ты шокером на параше его пристрелишь. Да, так, вон, я вижу. Да, в зеркале. На колени! Этот не буйный. Гражданский у нас, можно убить. Идет тип. Полиция, бросить оружие! На колени! Группа захвата. На колени, руки вверх, выполнять! Я не хотел. Доложил. Давай в этот. Откуда он пришел вообще? Не знаю, отсюда он пришел. Я просто запаниковал, скажем так. Я почему-то сейчас бывает. Стрелять, а потом. Может, в туалете женском кто-то есть? Наверняка. Не, чисто. Ты аэрозоль там что-нибудь такое взял, я не помню. Да-да-да, брал. А, он оттуда вот пришел, видишь, дверь открыта? Да-да, мне она что-то не нравится, тут открытая дверь. Я предлагаю... Давай сделаем так, подожди. Закрой эту дверь. Чего? Поставим блокиратор на эту дверь. И зайдем с той стороны и зачистим вон то помещение. Давай. Руки вверх, быстро! Чё там такое? А я думал, может, хотя можно кнопку нажать, чтобы вот так не хуярил дверьми. Оказывается, нельзя. Ну, не повезло тебе, братишка. Блокиратор установлен. То есть, вариантов отхода у них, в принципе, нету. Ну, может быть, там есть какие-то еще двери. Вон, вон стоит слева. Стой. Все, задание провалено. Почему он убил заложника? Сука, ебаная, я в него 4 раза выстрелил, блять, мудак. Ну и нигер, хули. Штаб, это группа захвата. А я опять забыл перезарядить этот шокер. Что, заново? Задание провалено. А что там по заданию? Как посмотреть, уже не помню. Тап. Нет. Escape. Спасти всех гражданских. Ну, остался Уоррен Руни. Тот идет. Полиция, бросить оружие! Мы задержим. Руки вверх, быстро! На колени! Вон туда. Полиция, на колени, быстро! Ну, какой-то тип за ящик. Руки вверх! Полиция, руки вверх! Руки вверх! На колени! Полиция, руки вверх! Я пакую одного. Тут еще двое. Гражданский? Да. Еще одного. О, один вот. Гражданский у нас, можно я ничего не сделал. Понял вас. Все будет сделано. То есть вот еще. А, ну, в принципе, он здесь и стоял, да? Да. Тут у нас блокиратор. Угу. Ну это уже где-то минус 50 точно, если не больше. Если уже не ноль. Не, ну мы ж по хардкору играем, мы же должны как бы с первого раза. Ну не повезло, не фартануло. Успех ушли, но не получилось. Да.
Ну, хорошо, что мы не спецназ в жизни. Вообще просто, мне кажется, в эту игру надо, чтобы больше людей просто играло. Не вдвоём, по крайней мере, плюс еще два человека. Да, хотя бы четыре, чтобы было. А чего я так медленно хожу? Не знаю, готов? Давай. Ой-ой-ой. Там. Сейчас гранатами туда, нахуй. Полиция, бросить оружие! Бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Руки вверх, быстро! На колени, быстро! На колени! Подозреваемый у нас. Смотри, они уже в противогазах. Бронежилета. Я прикрываю, бежи. Гражданский готов к эвакуации. Вас понял. Продолжайте зачистку. Гражданский у нас, можно увозить. Вас понял. Проверить дверь. Транспорт на подходе. Готов? Угу. Ой-ой-ой, как обычно. Как обычно, блин. Вот тут жирный меня замочил. Мочи жирного. А ты что же без противогаза? Да я забыл, что это газ. Я думал, шок. Полиция, бросить оружие! Так он бы бросал, что ж ты его в сраку расстрелял. Что-то я не видел, чтобы он его бросал. Полиция, на колени, быстро! Руки вверх, быстро! В любом случае, он кашлял с газом, наверное, бросил. Нужна скорая. Группа захвата штаб. Подозреваемый ликвидирован. Понял вас. Ты за всех троих сказал? Угу. Точно? Ранен офицер. Нужна эвакуация. Да-да. Оружие мое не надо подбирать? А, да, не надо. Бля, красивый такой парень, молодой, бля. Видишь, ты как будто бежишь. Ага, я как будто, смотри, хуй такой у меня торчит. Видишь, смотри. Вот, 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 вот. На ноге лежит. Да, вот ты прям на него смотришь. Нет, я не вижу. Да что ты? Вот, да, да. Такой черный, как будто я нигер, понял? Может, я нигер, кстати? Я а, ну может быть. Я ж под маской не видно. Может, я нигер? Да не, видно, видно, по носу. Не, это вокруг просто нет, глаза специально белые вокруг глаз сделали, понял, что как бы я за своего зашел. На самом деле, может, я черный. На самом деле, может быть, ты Майкл Джексон. А, да, кстати, да, может быть. Поэтому такое. Ты так бежишь. На месте. И тут мы были. Это не ты? Не. Ну похож. Люди пытаются читать писать. Правильно. А, писать? Да, читать, писать. Красная библиотека. А что вот бы это могло значить? Ты вон туалет. Это был? А, это лестница. На колени! Тебе помочь! Руки вверх! На колени! Вы и правда меня спасете? Конечно, спасем. Гражданский готов к эвакуации. Понял вас. Транспорт на подходе. Руки!
Руки вверх, быстро! Тип, я вижу, стоит. Бать, аж хрень какая-то у нас это, на плите отскочила. Ага. Так, все понятно. На лестницу. Получается, это та самая вторая лестница. Правильно? Ну, получается так. Че орешь-то? Сзади кто-то бежит, нет? Как звук такой был. Я сегодня в ударе прям. Ага. Не говори. С оружием, с оружием. Ну дебил. Группа захвата штаб. Подозреваемый убит. Вас понял. Где твой ствол? А где его оружие? А, вот он. Куда ты ползешь-то? На колени. Подозреваемый у нас. Готов к вывозу. Понял вас. Штаб, это группа захвата. Подозреваемый убит. Вас понял. Жду дальнейшей информации. Деп, шлюха. Угу. Это он, наверное, написал. По его лицу. Да, по морде видно, что это он. Конец. Тут их трое, в принципе, все. Последняя дверь там осталась. Вот это. Мочи его. Надо было его мочить. Полиция, бросить оружие! Вот козел. Попал в меня, гад. Угу. Много снес. Преступник арестован, забирайте. Ну, у меня весь грудак горит. Пылает огнем. Да. У нас раненый, нужна скорая. Это вот это серверное, да? Похоже. Я не преступница, слышите? Не надо меня трогать! Кто-то бегает. Я прям слышу его. А не зайдите типа в серверное? Вполне возможно. Гражданский готов к эвакуации. Вас понял. Продолжайте зачистку. Туда.
где? Господи, это какой-то кошмар. О, да, детка, кошмар только начинается. Гражданский у нас, можно увозить. Вас понял. Транспорт на подходе. Конечно, жесть, не за любым из этих шкафов могут быть. Ты должен быть архиаккуратный. По уровню аккуратности это примерно 8 из 10. По шкале. Хотел блокиратор поставить, но у меня его нет. Чтобы отсюда никто не сбежал, даже если я погибну. Чтобы они здесь умерли, да? Легавые! Легавые! Я ни в чем не виновата! Стреляйте! Стреляйте! Блин, ни одной гранаты. Они сейчас заложника, походу, кончат. Блин, я чуть ее не пристрелил. Группа захвата штаб. Подозреваемый... Ну, не пристрелил же. Я просто думал, их там а двое. А что они здесь делали? Он что, и народ давал? Что... Ой, то есть, ну... Они тут о жизни разговаривали. Всякое может быть. Можно увозить. Что там по заданию? Все выполняется, обезвредить преступников. Отлично. Да. Спасти Уоррена Руни. Мы спасли Уоррена Руни. Это самая главная приоритетная задача. Но мы не спасли всех гражданских. Ну, хуйня случается. Так, я не понял. Получается, еще здесь где-то кто-то бегает? Может быть. Надо только разобраться, где. Странно. Это не этот Уэйн Руни? Уоррен Руни? Не-не-не. А нет, это точно, блин. Тут еще даже я бегал. Ну ты бегал. Добегался. Ну добегался, да. Ну, вроде я доложил. А нет, дело не в докладах, как я понял. Доклады нет, я может тебя... быть я его как бы повязал, но не доложил. Кстати, у тебя докладов штаб... Опа, вот он. Полиция, бросить оружие! Ты видишь? Вижу. А вон еще один справа. Бросай оружие, на колени! Так сука, в кабакерку одному и второму, блин. Вот так, раз, на. Полиция, бросить оружие! Типа два. Не слышит. На колени! Не слышит, блядь. Ты орешь себя, блядь, наверное, в соседнем городе, блядь, слышали, как ты кричал. Руки вверх! Быстро! Полиция, на колени! Быстро! Я думаю, все слышно. Как они там оказались? А мы там были с тобой? Может, мы просто не обращали внимания? А-а-а, это какой-то другой вход, смотри. Нет, мы здесь были. Интересно, они могут подойти блокиратор снять с другой стороны? Они вроде бы не могут. Штаб, это группа захвата. Подозреваемый ликвидирован. Вас понял. У меня такой голос есть. Штаб, это группа захвата. Группа захвата штаб. Подозреваемый убит. Понял вас. Оставайтесь. Все. И ноль. Скорее всего.
типа ваш рейтинг тупые пидорасы, да? Да, 0 из 100. Убийца. Звание убийца. Конечно, Саша, ты, блядь, стрелял всех направо и налево. Нет, смотри, неоправданных применений оружия всего 5. Действительно. Ну да, а убили мы 8. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите наши остальные видео, оставайтесь с нами, будет весело. Всем пока. Всем пока.